Приветствую всех, кто будет смотреть данный видеоотзыв. Я являюсь учеником школы ARGO VP2 второго потока, выпускником. Значит, хочу поделиться своими впечатлениями и выводами о данной школе, о самом обучении и о результатах, которыми получились на выходе. Значит, о самой школе. Чем уникальна данная школа? Данная школа, она уникальна тем, что создавалась и курируется архангелами, высшими светлыми структурами. То есть они полностью контролируют, курируют и наших учителей, Влада и Веру, их наработки, техники, методики, а теперь уже и эту данную школу. В этом и есть уникальность данной школы. Очень мощная, сильная поддержка, очень сильного, мощного куратора, хорошего поставили с уровня архангелов Константина в данную школу. Вот. На что заточена данная школа, ребята? Данная школа непосредственно, она в основном заточена на то, чтобы собрать сплоченный дружный коллектив воинов света, защитников, работников света, как вам будет удобно. Вот, чтобы так же самое, как и Влад и Вера, сложиться в пары и нести свет, нести очищение, пробуждение, приводить человечество к осознанному состоянию, давать толчок на развитие. Вот, значит, вот этим эта школа и уникальна. Значит, о самом процессе обучения. Процесс обучения прошел замечательно. Конечно, были там свои какие-то напряженки, были свои трудности, не без этого. Но, в принципе, все справились. Мы все научились быть и слиперами, и гипнологами. Вот, научились самогипнозу, проработки в самогипнозе своих блоков. То есть там спектр обширный. Вы можете общаться со своим с высшим я, с кураторами, с учителями, посещать хроники Акаши, просматривать свои прошлые жизни, там, энергоинформационное поле Земли. То есть общаться с родными душами умерших, вашими родственниками. Ну, то есть там спектр очень обширный. Вот. Ну, основная задача, конечно, это непосредственно очистить людей, лечить людей. Даны уникальные методики в данной школе лечения. Диагностика и лечение даже есть от Архангела Рафаила, есть методики, даются некоторым ученикам, которые уже по уровню своему развития достойны этого дела. Вот. Так что, ребята, я очень доволен и очень рад, что выбрал эту школу. Благодарю Влада и Веру за полученные знания, техники, методики. Значит, на выходе сейчас теперь я имею сложившуюся пару, то есть у меня есть уже партнерша. Я буду работать гипнологом, она будет моя партнерша слипером, соответственно. Хотя мы можем и наоборот, но мы решили так все-таки. Изначально так мы и планировали, так мы и сделали. И сейчас уже вплотную мы начали практиковать, вот, применять все эти полученные знания, техники, методики уже на себе, на своих родственниках, то есть знакомых. То есть мы уже и себя чистим, и людей чистим, и дома чистим, и защиты выставляем, и животных чистим. То есть, ну, спектр обширный. Помимо этого, каждый новый сеанс, каждое новое погружение – это невероятный опыт. Это совершенно разные новые какие-то впечатления, какие-то знания, наработки, общение с кураторами, то есть подсказки какие-то там. То есть постоянно какие-то вот новые знания, новые незабываемые, скажем так, впечатления.
Вот. То есть начали плотненько практиковать сейчас, этот месяц практикуем. Потом, надеюсь, будем так же самое работать, как и Влад и Вес с Верой. Создадим свой YouTube-канал. И будем тоже в их рядах, будем помогать нашим братьям и сестрам пробуждаться, очищаться, лечить их. То есть работать на благо человечества. Вот. Так что, ребята, что я вам хочу сказать. Если вы уверены в своих силах, если вы чувствуете, что вы хотите встать на данный путь, возглавить, так сказать, для себя эту миссию, то приходите, приходите, вы получите все эти знания, все эти техники, методики. Также в сложившейся паре будет дан куратор пары с уровня архангелов, опять же, подчеркиваю. То есть высшие светлые структуры будут постоянно курировать, постоянно наблюдать за вами, подсказывать, помогать. Вот. Потому что дело серьезное, сущности, те, с которыми мы сейчас сталкиваемся, они тоже не спят. И мы для них тоже являемся противниками, соперниками. И они будут пытаться сделать все, чтобы нам помешать в этом деле. И уже пытаются. Уже пытаются, уже тоже нас пробуют атаковать там. Пытаются с нами воевать. Но, скажу вам так. С такой поддержкой сильных, сильной такой поддержкой высших светлых структур, никакая сущность не перекроет вам этот путь. Ну и очень важно, конечно, работать над собой, над своими защитами, над своей осознанностью. То есть это постоянная работа над собой. Если это будет все в комплексе, то все у вас будет хорошо, все будет у вас получаться. И никакая сущность не сможет вас вывести из строя, из наших рядов. Вот поэтому, ребята, вот это, в принципе, все, что я и хотел сказать. Если кто чувствует в себе силы, уверенность, адекватно оценивает свои возможности, у кого есть уже какой-то определенный багаж, знания, опыта в данной тематике, это вообще будет супер для вас. То есть какие-то наработки, медитации, то есть уже какие-то у вас есть эти все, если вы, так сказать, в теме, то для вас это будет вообще отлично. То есть обучение пройдет намного легче. Вот, поэтому всем рекомендую данную школу. Особо выражаю благодарность учителям Владу и Вере за полученные знания, за полученные техники, методики. И мы всегда с ними теперь на связи. Они нам, если нужно, помогают, подсказывают, вот как, что, где улучшить, какие-то советы дают из своего опыта. Вот, поэтому школа замечательная. Приходите, если кто хочет, рекомендую. Приходите, вы получите все необходимые знания. Вот, и будете работать и приносить благо всему человечеству. Все, всем успехов. Света, любви и высоких вибраций.